коробочка специально на почте такие. Мне выдали, я ездил на почту. И решил я землянам послать Анне Пустовик груши. А что из этого получится? Ну, посмотрим. Первый шаг я сделал. Приобрел посылку. Первое, что мне хотелось бы замотать, как она получится. Тихо. Легко. Я не жалею бумаги. Вот. Это самый ценный плод. Посмотрим. Ну, а дальше проще. Ну, все запаковали. Сколько всего? 9,5 килограмма. 9,5. Ну, все. А если это Марсика туда? Это будет 28,5 килограмм. Или сколько, Марсюшка? Вот сразу захрюкал. Ладно, ладно, оставим тебе. Все. Там своя собачка есть у Аллы. Ну что, все, провожайте. Мирка, с сожалением или с радостью, или с облегчением. Марсюшка, конечно, на сердцу все переносит. Видите, какая у нее реакция. Мирка, она проще. Она говорит, а ладно, говорит, не убудет. Чем больше отдашь, тем больше придет, да, Мирочка? А Масик, он же хозяйственник. Он говорит, ну ладно, говорит. И все равно, куда ни глянь, холодильник везде, лежат Аллины вкусняшки. Вон они. Видите? Открываешь и угощаешь. Вот сейчас под рукой у нас тут. Вы под рукой оказались? Ну вот вам. А, так тут под рукой все оказались. Когда я достал вкусняшки, таинственным образом все оказались под рукой. Все, ждите, земляне. Еду я, везу посылку, мокрый весь. Пока Серега упаковали, машину с мойки забрал. И вот еду и думаю, вот первые шаги, вернее, первые метры этой посылки. Пока она едет по Кавказской. Потом, что ее ждет там, я не знаю. Земляне, давайте посмотрим, как это получится. Конечно, я искренне хочу, чтобы Алла получила хотя бы одну грушу. Съела и сказала, да, это с Александровского сада груша. Потому что, я скажу так, что там ее недвижимость есть. Она туда удочку забросила, заарендовала тыкву. А знаете как? Шнурки притягивают ботинки. Это мое выражение. Ну что, вот ее почта. Видите? Не видите? Ну, сейчас. Где? Почта, подождите. Куда ли я приехал? А, вон. Вон, видите? Написано, Почта России. Ну все, Алла, посылка поехала к вам. Здравствуйте, земляне. Я Александр Докс. Помните, я снимал ролик, где хотел пойти в другой мир, то есть в центр Кавказской, но не дошел, потому что была непогода, слякоть, я был в туфлях, не в сапогах, и не стал рисковать, чтобы не утонуть в снегу. В общем, я вернулся назад. Но сейчас я намерен пойти до конца, то есть до Вальдберриса, получить посылку. И на почту тоже сходить мне надо. Ну что, пойду. Добрый день, Таня. Это мама Леры. Это я снимаю ролик. Помаши человечеству ручкой. Не могу, мышцы работают. А, понятно. Ну тогда головой хотя бы. Хорошо.
Love is like candy on a shelf. You want to taste and help yourself. The sweetest things are there for you. Help yourself, take a few. That's what I want you to do. We're always told repeatedly, the very best in life is free. And if you want to prove it's true, baby, I'm telling you, this is what you should do. Just help yourself to my lips, to my arms. Just say the word and there you are. Just help yourself to my lips. Мороженое едим. In my heart your smile has opened up. В туалете воды нету. Сейчас поедем по кустам. Там будем лазить, искать туалет. А куда мы едем? Зибайк. Я ем холодное, а Виктория ест горячее. I'm rich with love, a millionaire. I've so much, it's unfair. Why don't you take a share? Just help yourself. Ну я, ты представляете, этим кочегуром как качало. Только можно представить. Вот такие камни, гляньте. Сейчас покажу. Видно? Вот он, выложен. О, вот такие. Конечно. Испытание такое. Ну, она видит. Just help yourself to my lips. To my arms, just say the word. It's late and I really must leave you alone. But you're good to hold and I feel such a long way from home. Yes, I know that our love is still new, but I promise it's gonna be true. Let me stay, don't you send me away, oh no, no. Oh, tell me, baby, that you need me, say you'll never leave me, love me tonight. Hold me now, my heart is aching. Что там? А вон дед, видишь? Будешь деда целовать? Иди, иди. Все, сорвал. Сказал, слышишь, деда, деда, да, деда. А дед ты уже счастлив. Наконец-то, сегодня четвертый день, и мы получили нашу заветную посылочку. Мне не верится, что она у нас, и что я прикасаюсь к продуктам нашего уважаемого Александра Леонидовича. Будем смотреть. Выключайте. Вот теперь показываю. Вот здесь вот у нас это то самое яблочко, которое... На, Ксенечка. Покажи. Вот это то самое яблочко. Бачок, вот. Это, вы знаете, другого, это чудо природы. От другого яблочка, можно сказать, поцелуйчик. Это вот орешки. Здесь у нас
получается боярышник и яблочки райские. Это просто очень орешки. Вкусно, я уже попробовала. А теперь эти орешки мы будем точно так же, как Мирка. Буду Лаки учить своего. А это замечательные груши. Азимина. Это будет отдельная съемка про него, потому что ну, как-то попробовать. А это вот кизил. Тоже замечательный дашу. И тоже очень вкусно. Я тоже уже попробовала. Огромное спасибо, Александр Леонидович. Огромное спасибо. Спасибо. Итак, еще раз начинаем съемки наши. Мы сейчас начнем дегустировать нашу азимину. Сенечка, лучше не трогай, то мы будем делить напополам. Как вы сказали, Александр Леонидович, так и делаем. Мне побольше, Ксюше поменьше. Как всегда. На самом деле. Или Ксюшечка, поровну. Пробую первый раз в жизни. Загадываю желание. Да, вы правы, чем-то напоминает вкус хурмы. Но очень такой сливочный вкус, вкусная. Очень вкусно. Такой необычный вкус. Да, чуть-чуть каким-то бананчиком отдает. Чуть-чуть напоминает вкус финика мне. И хурмы. Что-то такое и знакомый вот вкус. Три сочетания. Банан, хурма и финик. Очень нежный, вкусный. Вкусный, очень вкусный фрукт. Очень вкусно. Еще остались семечки. Посадим их. И еще загадала желание. Спасибо большое, Александр Леонидович. Спасибо. Let you out of my sight, darling. Love me tonight. Второй-то, наверное, быстрее вообще уже. Да, вон, видите. О, все. Научился. Вот, Лаки. Видишь, какой тебе привет передали твои братья и сестры. Ну вот, похоже, что пацан оценил. Все, процесс пошел. Инстинкт. Может, помните, как Рада виноград сначала тоже так гоняла? О! Должен сообразить. О, пошло. Процесс пошел. Александр Леонидович, это очередное видео со словами благодарности. Я благодарю вас за эти чудесные тяпки. Это большой привет мне от вашего производства, от вашего металлика. Но это не полная коллекция, еще у меня дома вторая половина. А второй половине, желаю, еще будет одно видео. Еще раз большое спасибо.